Вот такая красота у нас сегодня. А это не одетая красота у нас сегодня. Вот такие мы красивые девчонки. И мы так нарядились, мы такие красивые, все спокойные с утра практически. Да? Ой, боже. Ой, моя красоточка. Всем-всем большой привет и рады вас приветствовать на канале Папы Валеры. И в рубрике поздравления с днем рождения от наших девчонок. Вот это было еще раз интересно. Девчонки, давайте договоримся так. Телефон, все, он уже не дышит, он уже все. Надо катафалку для него вызывать. И это вот Луна, которая не любит у нас телефоны. И Никуся, которая пытается где-то зависнуть. Всем-всем большой привет, мальчики и девочки, наши дорогие. Всем огромнейший привет. Рады вас видеть здесь, сегодня, 31 марта, на нашем канале, в рубрике поздравления. Оставь. Я не понял, что у тебя сегодня, у нас сегодня такой боевой окрас с утра, боевое настроение, и мы ищем, как бы вот, знаете, достать, вот сделать столько интересного, чтобы разозлить папу Валеру. Может быть, это волнение перед тем эфиром, который нас ожидает практически через несколько часов. Может быть, не знаю, может быть, погода опять у нас какая-то непонятная за окном стоит. Но всем прекрасного, хорошего настроения и просмотра наших девчонок. Как обычно, что они будут делать, мы не знаем. И об остальном чуть попозже. А пока у нас есть наши девочки, которых мы хотим поздравить. Ты посмотри на нее. Ты слази с меня. Так, и кого мы хотим сегодня поздравить? Мы сегодня хотим поздравить двух очаровательных девчонок. Двух очаровательных девочек. И одной девочке у нас, так, что-то брякнуло, звякнуло. Это не ключ, это ключ. Это ключ, который у меня... А, нет. Ладно, потом будем искать. Да, двух девчонок, одной из которых исполнился такой почтительный возраст, перед которым я всегда преклоняюсь. И мы хотим поздравить Лили Кудели, которая сегодня исполняется 73 года. Ну, ник такой, Лили, я не знаю, как вас зовут правильно. Давайте я буду к вам обращаться так. Я думаю, что если неправильно что-то скажу, надеюсь на вашу благосклонность. Поздравляем вас с вашим днем рождения. Для нас, я как-то говорил в наших уже видео, и не перестану это говорить, то, что для нас этот возраст вызывает почтение, уважение. Потому что мы понимаем, что вы хранительница истории, которую можете рассказать, с вашей точки зрения, но много чего вы можете передать нынешнему поколению. А глядя на вашу фотографию, я понимаю, что милая, очаровательная девочка, ладно, сегодня изменю своим правилам, но не девочка, ладно, девушка. Девушка, которую фотку мы видели, с такими очаровательными глазами и вообще очаровашка. Я понимаю, что может только рассказать и наставить на путь истины нынешнюю молодежь только лишь в правильном, приятном ключе. Научить, рассказать, показать. Мы вам пожелаем долгих лет жизни. Мы вам пожелаем, чтобы мы с вами встретились на ваш ближайший юбилей, следующий юбилей, еще через один юбилей. Я вам желаю крепкого-крепкого здоровья. Также желаю вам, чтобы... Не знаю, как складывается жизнь, но пожелаю вам, чтобы вы насладились всем тем, что вы делаете, и что будут делать для вас, ваши окружающие. И чтобы в вашем окружении были только порядочные и хорошие люди. С днем рождения, Лили, вас! Счастья и здоровья вам! И это поздравление для Лили отправляется в Беларусь, в город Минск, в колодище. Вот минчане, белорусы, сразу, если Минск и колодище что-то рядом не стоят, не кидайтесь тапочками, хорошо? По той причине, что вот как написали, так читаю.
сожалению, география Беларуси плохо знаком. К сожалению, ни разу там не был. Вот, поэтому еще раз, с днем вашего рождения. А дальше мы отправимся по географии, если то, немного севернее. И мы, знаете, где окажемся? Мы окажемся в Эстонии. Потому что в Эстонии у нас сегодня Ирина Кивистик празднует также сегодня свой день рождения. И что мы вам пожелаем? Мы вам пожелаем, знаем, что вы любите путешествовать. Мы вам пожелаем путешествий много. И я сейчас пытаюсь себя сдерживать, Ирина. Я себя пытаюсь сдерживать, потому что, знаете, посмотрели ваш ролик под названием «Дурдом вызывали». И оно так... Видите, да? Наши девчонки аж смеются, как это услышали, потому что они также смотрели со мной. И он вызвал только бурю эмоций, приятных, восхищения вызывали. А для всех, кто не видел этот ролик, я вкратце расскажу. Бабушка набралась, у нас нет имен бабушки, да. Девочка набралась смелости остаться один прекрасный день со своими четырьмя внуками. И к чему это привело, это надо видеть. И нас впечатлило, вдохновило, знаете что? Что все четыре внука, они там, конечно, как полагается, они навели порядок. Как и наши девчонки бывают, наводят порядок. Сейчас вы это тоже может увидите, да? Но они навели такой порядок, что там, я не знаю, наверное, потом еще неделю за ними надо будет убирать. Ты посмотри на нее. Неки, нельзя, это упадет сейчас, и ты когда навернешься, потом что будем делать? У нас впереди эфир еще. Неки, не... Ты не понимаешь слово «нельзя»? Еще одна. Да, и там нужно порядок будет этот наводить после детишек долгое время. Но самое радостное то, что они все вчетвером купаются в бассейне, весело, дружно, пищат, верещат, там, я не знаю, играют. Это видео вызвало такое чувство тепла, любви. Ой, извините, спасибо, буду. Вот. Такое это означает, что все детки, они находятся в правильном воспитании, что им весело, радостно друг с другом. И это подчеркивает только то, что вы смогли заложить в ваших детей, ваших внуков. Только добро, любовь. И они... Извините, пожалуйста, да, буду, спасибо большое. Но вырезать даже это не буду. Это в подтверждение тех слов, которые я сейчас говорю, и тех мыслей, которые я сейчас говорю. Вот. И это означает только то, что они счастливы, они испытывают счастье. Потому что девочка наша, приложила правильные усилия для того, чтобы воспитать порядочно своих детей и своих внуков. А еще она прекрасная... Вот подскажите, как человека зовут, который делает вкусные закрутки, варенья, огурцы и все такое? Вот она, я как посмотрел на ваше варенье, мне так захотелось, чтобы приехать к вам, начать с вареньем. А тебя я не возьму, когда к ней поеду, ясно? Вот когда поеду к Ирине в Эстонию, я тебя с собой не возьму. Ты будешь здесь бамбук хавать, а я варенье буду. С днем рождения вас! Счастья, здоровья, любви и долгих-долгих лет еще, чтобы ваш дурдом радовал вас, чтобы он приезжал к вам так же весело, чудно и радостно вас восхищал своими визгами, криками, и вы просто смогли все это вытерпеть. С днем рождения вас, Ирина! Так, я тебе что сказал нельзя? Почему ты не слушаешь? А ты куда полезла? Вот поломайте, я вам не буду делать, я вам обещаю. Ага, не давай, говорит, тех обещаний, которые ты не можешь выполнить. Все равно сделаю. Никуша, это поломается уже, поломается скоро. На полу будешь бегать, играть.
Вот такие у нас девочки сегодня. Такие у нас поздравления отправляются в Беларусь и в Эстонию. А пока о событиях, что-то да, опять. Мне так, я еще раз говорю, так всегда приятно с вами разговаривать, рассуждать. И вот эта приятность нас ожидает через пару-тройку часов, сколько сейчас времени, я не помню. И мы встретимся с вами здесь, на этом канале, в прямом эфире. И тогда, я думаю, у нас будет более полноценное общение с обратной связью, что нас очень радует. Мы, правда, еще должны кое-что сделать, успеть. Я не знаю, как это будет сделано. Наши девчонки отказываются мне в этом помогать. Видите, им вся жизнь релакс. Главное, что побегать, попрыгать. Ну, а пока не затягивать время, я быстренько расскажу вам, какие у нас сегодня события в этом дне. И побежим дальше готовиться. Хорошо? Сегодня, между прочим, да, вот международный день, бросай свою ненавистную работу. Так что, мальчики, девочки, если вдруг кто-то чувствует, что они на своем месте, наберитесь храбрости, смелости и начните заниматься тем, что вам хочется. Я знаю, сейчас можете мне рассказать, да такого не бывает, у нас единственная работа в городе, там, в районе, в селе, в деревне и так далее. Если я ее брошу, останусь... Нет, неправда это. Неправда. Потому что, когда вы делаете ненавистную вам работу, вы ее делаете не как полагается, без какого-либо творческого процесса. Но поверьте мне, и это уже проверено на собственной жизни, что когда ты начинаешь заниматься тем, что тебе нравится, ты прикладываешь туда весь свой потенциал, все свое творчество, и народ просто начинает об этом узнавать, начинает тянуться к тебе. И за простое сидение дома, поверьте мне, вам могут заплатить также все средства для того, чтобы вы могли прекрасно существовать на этой планете. Не существовать, жить. Поэтому, если кто-то не на своем месте, пересмотрите. Пересмотрите, на что вы тратите свои драгоценные годы жизни. Сегодня день лимонов и апельсинов. И если мы вам порекомендуем запастись чаем с лимоном или же апельсинами для просмотра нашего эфира и общения с нами, будет просто отлично. Тем более, что витамин С, он полезен. Я понимаю, что там нужно съесть целый вагон этих лимонов и апельсинов, но зато будет, вы совместите приятное с полезным. Так что, you are welcome, как говорят у нас на родине. Будем ожидать вас. И сегодня также день обрядов и традиций. Вот такое событие прекрасное есть. Отмечается 31 марта. Чем оно прекрасно? То, что в каждом доме, в каждой семье есть какие-то свои традиции. И мы только за хорошие традиции. И есть, да, обряды какие-то также. А у кого нет, обзаведитесь этими традициями. Я не знаю, там, сегодня воскресный прекрасный день. Сесть все вместе, пообедать, поужинать, провести всем время вместе. Пусть это будет традицией. А если вы включите в свою традицию за такими, я не знаю, посиделками просмотр наших каналов, наших девочек, то мы вам будем очень признательны, поверьте нам. Поэтому вот... Такой сегодня день есть, и что вам пожелать? По хорошей традиции в каждый дом. И пусть она будет для вас счастлива. Итак, для справочки скажу вам, что 135 лет назад в Париже состоялось торжественное открытие, знаете чего? Не знаете? Сейчас расскажу. Эйфелевой башни. Вот это вот стоит, что вот, которая там высокая, одна из башен, железная. Вот ей уже 135 лет. А мы ни разу там не были. И поэтому пожелаю все, кто желает, все, кто хочет, попасть туда, пока она еще стоит. Не знаю, сколько она будет стоять, но всем желаю попасть на Эйфелеву башню. Кто хочет, опять же. Это, говорят, романтично. Там можно сделать предложение маме Марине и все такое. Ну, по новой. Не тебе! Тебя не возьму с собой. Ни в Эстонию, ни на Эйфелеву башню. Ты не слушаешь. Вот такой у нас сегодня прикольный день. Что касается слов, мы сегодня ничего не говорим. Мы будем сегодня только слушать, наверное, те слова, которые мы уже написали. Но это будет чуть-чуть попозже. Как я и сказал, это будет в прямом эфире, на который мы вас и приглашаем. И как мы смотрим по времени, скорее всего, это будет ближе к 2 часам дня по нашему времени. И сколько сейчас у нас время? Так,
11:41, осталось меньше двух, чуть больше двух часов. Да? Нам еще нужно провести ряд мероприятий, традиций, обрядов с нашими девчонками. Ну, а на этом пока-пока. Здесь, в этой рубрике. И до встречи чуть позже, как я уже сказал. Все, мальчики, девочки. С трепетом ожидая этого времени. С огромнейшим. Всем хорошего настроения. А, у кого сегодня день рождения, кто нам не написал, да, мы тоже поздравляем. Как можно было бы о вас забыть? И у кого сегодня день именины, день имени вашего, также примите от нас искренние поздравления. Счастья, радости, любви. Всем-всем-всем. Все, побежали, девчонки. Побежали дальше готовиться. По местам, по местам. Быстренько-быстренько. Традиция уже, между прочим. Все. Давай, садись на место. Все, сели, понеслись. Поехали. Всем пока-пока. Садись. Вот. А то пришла, встала. Это уже не по традиции.